So, Nicholas, congratulations. Победа сегодня в матче и на турнире, первый сухарь в предсезонке. Какие эмоции по этому поводу? No, I think we played good. Of course, it was the final in the tournament. It's, you know, it doesn't mean anything when the season starts. Мы играли хорошо, все-таки это был финал турнира. Правда, это ничего не значит, потому что сейчас начнется сезон. Но, конечно, всегда хочется побеждать в любой игре, тем более финальной. Большую часть матчей мы провели удачно, и это хорошо перед стартом сезона. Was it tough tonight for you? Было ли сложно сегодня сыграть на ноль? No, I mean, it was pretty good game, I think. Сегодня была довольно хорошая игра, и соперник хорошо играл, и мы тоже. Мы лучше использовали свои моменты. Как насчет ваших личных кондиций перед стартом сезона? Good, I feel good. So I feel really good actually. So, but you know, it's now we, it's Все хорошо, чувствую себя хорошо. Нам надо еще ментально быть готовыми к новому сезону, конечно. Линус Умарк взял планшетку, теперь тоже тренер. No. He's wannabe. Нет, он еще только хочет быть.